Привет, друзья мои. Как со школы? Пью чай. Я Светлана Та. Дурачусь, как ребенок. Новым годом здесь не пахнет. Вот такая у меня елочка. Я Ерушан. С Новым годом! Я не Елена Скутос. Спасибо, что вы были с нами. Всем добрый вечер. У нас очень романтично. Готовим шашлык, это для мамы. Мама у нас заболела. Это салатик я приготовила. Ей сделали первый курс химии. Я много не рассказывала. Вообще, наверное, не рассказывала. У меня что там в кишечнике проблема. И вот злокачественного, слава богу, ничего нет. Но тяжело было перенести курс. Для профилактики делают. Мы сидим здесь с мужем. Дождь у нас в Мерсине. Вы понимаете? Дождь. А какие у нас красивые, смотрите. Кашки, бекадар гюзель дильмы. Вот это вот наша со Шкемом, обе зимы. Это наш дом. Нам выделили родители вот на третьем этаже. Вот видите, какой у нас бахче, гюзель. Бахче. Будем Ашкем лабер-абер и меклины заманула джаз. Бурада мангал япа джаз. Я говорю, когда мы будем пенсионеры, будем на крыше делать такой мангал. Вот, мои дорогие, смотрите. Тут же папа разделил имущество свое, когда ему стало плохо. Тогда, помните, я говорила, больница была. Так смеялись мы с мужем. А тут внизу тоже делают шашлык, все попрятались. Вот такой вот у них махали. Махали. Вот такой вот у нас третий этаж. Помните, раньше здесь было все открыто, потом папа все закрыл. Так же вот люди здесь. Старый район, Дрослер. Ой, моя прическа красивая, сейчас все испортится. Надо быстрее под навес. Вот, дрова здесь у папы. Все он сделал. Слушайте, такого дождя не было в Мерсине давно. А я кушаю сливу. Будем делать мангал сегодня. И сегодня останемся, потому что мы хотим сделать приятно родителям, но здесь нет. Здесь они спят все. Родители старшей сестрой, а мы на втором этаже. Я потом спущусь, покажу вам. Вот так вот у нас весело. Ой, какая вкуснятина получается. Ой, но только горит. Ой, чё костёром. Везет ли Машка? Везет ли мне Немен? Яшка. Це не стыдно, но я гео. Не я пью я. Сейчас будет грунт, блин. Я дökülmesine rağmen ateş almıyor yani. Önce ateş alıyorlar. Сестра пришла старшая. Будем все вместе ужинать. Возвращаемся мы домой, друзья мои. Да, у нас дела в поликлинике, в банке. Побыли у родителей. Сделали все, что можно. Эндер сделал там нависший потолок в коридоре с утра. Я все убрала, перемыла. До места сам помыла кухню, все там, газ. Конечно, родители и мама хотела, чтобы мы больше остались, но мне там так трудно. Мы вообще всю ночь не спали с мужем. Привыкли к своим подушкам, к своей кровати. Нам предложили в спальне лечь, но я отказалась. Не люблю лежать на чужих кроватях. Мы так на диван, и вот и промучились. Позавтракали, сделали дела и пошли.
так как у Ашкима же и дела. Ну, мама состояние, конечно, получше уже. Было ей плохо в пятницу после переливания химиотерапии. Это естественный процесс, и так у всех бывает. Поэтому ей уже получше. Ну вот и мы двинулись в путь все-таки. Как говорится, побыли в гостях и домой. Мы находимся сейчас в центре возле больницы. Одну пересадку сделали, сейчас ждем автобус, другую. Погода у нас замечательная. Жарко, солнышко. Хорошо, что я не оделась теплее. Вот такие вот дела, мои дорогие. Всем добрый вечер, друзья мои. Последнее время со мной происходит что-то непонятное. Какая-то перетрансформация. Трансформация, да. Я забываю что-то снимать. И вот какое-то у меня отстранение от социальных сетей. Я вообще не загружаю почти сторис. Не такая активная в соцсетях. А вся такая в себе. Как говорится, себе на уме. Вот сейчас я решила поужинать раньше, чем мой муж. Кстати, я смотрю так на балкон. Пахнет шашлыком. Я приготовила сегодня, смотрите, курочку. Пожарила. Вот ножка пожарила в кляре. Вот захотелось. Вот этот я сделала салатик, видите. И сегодня приготовила я кабачок с картошечкой, такой обед, такой вкусный, но такой горький оказался перец болгарский, горький. И мой муж сказал, что он это есть не будет, он вообще боится горького. И мне пришлось вот жарить ему курицу, там суп есть еще, яйла. Ну вот такая сижу я вся на балконе, кушаю. Ой, сегодня занималась цветами. Тут что-то пересадила, там что-то пересадила. Цветочки мои растут, птички мои спят, хулиганки такие. Вот такие вот у нас новости. Новостей никаких таких. Ну, что-то со мной. Кажется, я попала в квантовый поток. В 3D или 4D реальность. Помните, я вам говорила. Делайте хорошие дела и... Потому что я не подумаю, оно все исполняется. Стараюсь быть подальше от этих соцсетей, чтобы не увидеть плохую информацию и что-то себе не напридумывать плохое. Вот, друзья мои. Пошла я кушать, все кушают, пахнет так вкусно. А ну, Ашкем сейчас только вышли с другом на бульвар, когда он вернется в 9, мне уже это поздно. Меня ждет работа на ГИГОЭС. Всем привет, мои дорогие. Мерсин. Замечательная погода, лето. Такой день был замечательный. Сегодня начался. Бегу за получать зарплату. Самый замечательный день. И сразу же отправлю своей семье. Знаете, чем больше вы отдаете, тем больше вам приходит денег. Это факт. Мне так хорошо сейчас и комфортно на душе. Благодарю за все. Вот за все, что у меня происходит. Хорошее, плохое. За все благодарю. Вы знаете, какое-то у меня сейчас отчуждение от соцсетей. И я вчера загрузила видео и прочитала комментарии, вы мне там пишете: Светлана, это сентябрь, уже 16 октября. А я говорю: да, вот все это какое-то у меня такое непонятное какое, что происходит со мной. Пока я решила отдохнуть, собраться силами, я сейчас развиваюсь очень сильно психологически, да. И вот, мои дорогие, когда у меня душа захочет, тогда я буду делать.
насильно себя не буду. Потому что я сама любимая у себя. Если я себя не буду любить, меня никто не будет любить. Это, знаете, мои дорогие девочки, мальчики, я вот побежала, времени нету, потом, может, поболтаю с вами. Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться.